«Рок преследует вас». Именно с таким подзаголовком вышла «Новая газета», анонсирующая культурное событие в Москве, которое состоялось 22 сентября 2013 года. В концертном зале «Мир» прошел концерт в помощь политзаключенным, узникам 6 мая. Когда над страной висит рок несвободы, в ушах звучит рок-музыка. Неравнодушие – вот чего боятся те, кто выстраивает тюрьмы безмолвия для собственных граждан. Тишина – союзник подлости, отчаяние – пища для тюремщиков. Что должно сделать общество, чтобы власть наконец-то прислушалась к его голосу и выпустила узников болотные? Вот мы должны заниматься тем, что мы можем сделать. Одни – приезжать и выступать, другие – организовывать, а третье – совершать гражданскую покупку билета для того, чтобы адвокаты, общественное мнение, оно и так уже, в общем, мне кажется, на нашей стороне, а так, чтобы его укреплять, компетентно укреплять. Вот каждый должен сделать то, что он может, все. А власть вообще договороспособна, и способна ли она услышать, в принципе? Ну, смотря с каких позиций договариваются. Если договариваются с позиции отсутствующего позвоночника, с позиции Хордовых, то а зачем слышать? Если договариваются с позиции людей серьезных, которые собирают такие огромные залы с лучшими рокерами страны, каждый из которых является лидером общественного мнения, ну как этому не прислушаться? Это будет слышно здесь, ого-го, какой звук. Политзаключенных в России становится все больше. Их освобождение для власти равнозначно признанию собственной нелегитимности. Система побеждает только системность, больше ничего. То есть вот такие акции, как сегодня, потрясающая акция, концерт в защиту политических заключенных, они должны проходить, конечно, систематически. Но помимо этого, любая активность в защиту политических заключенных. Я еще напоминаю, что вторник, среда и четверг с 11:30 в Мосгорсуде проходят слушания по узникам болотной. Можно приходить, чтобы ребятам было приятно хотя бы, что они не забыты, что про них помнят. Ну еще, мне кажется, сейчас важна была инициатива. Инициатива КС. Вот вчера мы решили отправить в Государственную Думу проект постановления об амнистии, куда, естественно, включили узников болотной и ребят, которые попали вот по анатомии протеста, и, ну и по другим таким вот, ну, получается, политическим статьям, хотя они внешне выглядят как не политические. Я думаю, что вот всем миром разнообразная активность должна быть. На экране события 6 мая. Напоминание о том, как мирное шествие было намеренно превращено в побоище. На сцене лучшие музыканты страны. Их выступления громче лозунгов, мощнее призывов. Ничего не знала.
Свобода – то, что дано человеку вместе с рождением. Если жизнь еще можно отнять, то свободу никогда. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ.